Давайте Monarch Play, и у нас продолжение прохождения GTA 4. А, как я и говорил в прошлой части, мы в этой возьмем, да, и поедем, Келес, шутка, мы поедем, короче, до сейва, засейвимся. А, да, здорово, рассказывай, что там с вами. Тут еще задание Джон Дуэйна есть. Хорошо, задание Дуэйна есть. У меня такой вопрос. Тут нету сейва у нас, точно? Одежка перекрасится. Ну ладно, нет, так нету. Рисковать ехать туда чисто так я тоже не могу. Что-то заданий у нас очень много прямо стало. Прям очень много. Что ты хочешь от меня, Роман? Ника, как там твой бойфренд? Проверь почту, интернет, как я так и подумал, что ты не сообщишь, когда это все будет. Я тебя понял. Значит, наскоро и это задание будет готово. Да, тем более, едем, сейвимся, сейвим тачку. Ну так, просто пускай там стоит. Стараюсь какие-то уникальные тачки сохранить по возможности, если будет получаться. Вот, и потом туда... В принципе, тогда можем поехать на почту, выполнить задание, которое в этой части города, так скажем, успеть. Вот. А после этого нифига так высоко. А после этого тогда уже второй город, тут со всеми заданиями будем разбираться. Как это нет машин? Как это вообще такое допустимо, что тут нет машин? Мне кажется, это супер неудобный съезд сделан. Так, отлично. Сейвимся, значит. В баню пошел? Так, да. Дай-ка мне подняться, пожалуйста, будь добр. Так, отлично, сейвимся. А нам хпшки, интересно, становятся за то, что мы засейвимся, или нифига? Или чтобы за хпшки установить, надо прям по это. Отлично. С этим у нас все готово. Ай-а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 й. Так, тачку... А, вот, здоровье полное. Отлично, тачку засейвили, здоровье полное. И у нас, в принципе, есть на чем поехать. Тут есть тачка. Тогда нам надо на почту. Блин, на почту. Мы поехали к Элизабет. Она ближайшая, тут самая. Просто выбора особого нет, потому что, ну, проще всего не поехать тут к Элизабет сразу. Давай, Элизабет, закидывай нас по полной своими задачами. Нужный шторм, что? Fuck you, fucking reggae idiot bitch! You wanna do? You want blood clot? Cause I don't even bomb a clot right Stop here, you know? Stop speaking that gibberish! Fuck bomb a clot, pussy old girl. You know this? Shut in a bomb a clot. Hey, yo! Hey, don't touch what's me. Wrong? What's wrong? Jacob here. You know Jacob? Yes. Jacob tells me it wasn't him. But some people he introduced me to have ripped me off big time. And put the heat on me. I know they all did. Alright, alright, alright. Well, and my fault to the Rasta. And my blood well, clot. Hey. Don't come in on my face. Alright. You better hope Nico
can make this right for you then. Oh, what? Oh, we got a big fucking problem, Rasta. Nico, go do this first job for him. Yeah, I got it. Watch me now. See you later. Watch me now. Чувствую, это будет веселая задача. А тачку мою вы оставили где? Здесь. Я надеюсь, на первую часть города. Мы там как раз бы разобрались сразу с заданием еще одним. А может, и не в первую увидим. Не в первую. В новую часть, походу, города. Да что ж вы тут все стали-то? Надо запретить такие широкие тачки на улицах. Блин, тут одежка, давай зайдем посмотрим, может тут очки есть в этой одежке. Конечно, понимаешь, что мы типа должны ехать на задание, вся фигня, но... О, тачки все. Или нас не пустят во время задания в одежку покупать. А, тут нету ничего. Тут же нет аксессуаров. Ботинки. Ну да, как-то, короче, не густо в плане аксессуаров. Ладно, погнали тогда. А что за тачки считаются крутыми? Мне просто интересно. Можно, спасибо. А, тут закрыто. Ну, только одни у них тачки. Ладно, понятно все с вами. Все с вами ясно. Все, что я хотел посмотреть, теперь можно спокойно ехать дальше и выполнять все задания этого мира. Извините. Это не то место, где я лично раскладываюсь возле моста. Именно то. Блин, ну там... Они хотят это сказать, это самый короткий путь в первый город, что ли? Просто, судя по всему, да, мне в первый город. Но мне кажется, что это самый короткий путь. Или это не первый город вовсе? Ну-ка. А, это маленький такой городок здесь. Что сделать нужно? Только не говорите, что мне нужно будет через армию пробираться. This is scale fish, imported straight from Bolivia, manito. Polvo puro, the best, man. You're in America now. The best everything gets made here. If the best stuff got made in Mexico or Colombia or wherever, why do you all run across the border? Tell me that. Как бы так вас всех классно вынести?
Подняться вот на этот второй уровень можно? Да понятно, да. Там со всеми разобраться, это все ясно. Просто мне бы увидеть, где с вами удобнее разобраться со всеми. Нигде, я понял. Ладно, тогда сделаем проще. Короче, делаем так. Я грущу скимпу. И потихонечку буду всех выносить. Аккуратненько. Всех, кого видим. При этом прикрываясь как бы вот здесь. Это было очень неудачно, ясно. Тогда мы будем делать это по старинке, грубой русской силой. А у меня есть гляночки еще? Ловите. 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 Не, никакую. Нет. Только не так. Лови. 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 Ловите. Так, с этой стороны всех разрулил, да? Деньги нам мало, интересно. Подняться мы туда не можем. Ничего не закончено. Ловите. Ловите, сударь. Ловите. Ловите. Лови. 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 А что они думали, что я буду просто с ними сюсюкаться, там что-то разбираться вручную? Нафига мне это? Я что, совсем что ли, по их мнению? Бобо. Конечно, хэвинг. Так, бронежилет, отлично. На столе? Ага, вижу. Я не волнуюсь, сейчас с ним разберемся. Борода, борода, бороденечка. В любом случае, кто-то подъедет, не? I've got this stuff. You know where the heat is coming from? I think I'm getting closer now. But there's one more cat man for speak to. Shit! Speaking of fucking cops, I think I have company. I gotta go. Ой-ой. Ой-ой. А чё так много? Мне бы вообще-то не помешало бы, знаешь что? Мне бы не помешало немножечко везения. Чуть-чуть совсем немножечко везения мне бы не помешало. Откуда?
Так, ППшки там есть. Блин, в упор-то не надо подходить. Ладно, ХПшки нам понадобятся. Они угорают с такой армией сражаться. Ты видел, сколько их там еще? Ай, Денис, дробаша, в упор, ну ты прикалываешься надо мной. Ясно, это первое прикольное такое задание, где прям надо разрулить все. Мне понравилось, мне понравилось. Угу. Не так сложно, короче, туда зайти, как сложно оттуда выйти будет. Блин, тут еще ехать столько. А у меня все, да, гранат не осталось. Ты косяк с их стороны, что у меня нет гранат. Нам бы в оружейцо заехать, взять гранаты. Мы здесь, а нам сюда. Давай, короче, заедем. Сюда. Нам все равно без разницы, куда ехать. Ну, в том плане, что... Обязательно куда-нибудь остановлюсь, но не в этот раз. Блин, надо поосторожнее. Надо было так не вылазить, надо было более плавно выходить, всех там разрулить сначала, а потом вылазить. С гряночками просто проще. Так, отлично, здесь нам на съезд, да? Интересно, мне заберет на задание или за гриночками? Если за гриночками, то классно, если на задание, то не очень классно. А нет, смотри, ведет ко мне совсем не за гриночками. Мы за ним заедем по-быстрому. С ними гораздо проще будет. Я только думал, хотел сказать, только не полицейские. Что у нас там по времени? Ну, успеваю я, думаю, спокойненько все это сделать. Ну, я надеюсь, они дадут нам возможность купить гренки. Да я понял, что здесь на стороне мне нельзя здесь проехать, типа. Но я везде здесь проеду, не волнуйся. Во-первых, броник. Это раз. Во-вторых, на калаша мне патронов достаточно. А чё, гренки нельзя купить? А если мне нужны гренки? Ну давай возьмем. Один коктейль молота 500. А, вон гренка. Сколько гренка стоит? 1000. Блин, зачем я приобрел-то? Ну, короче, ясно. Мы, значит, пойдем без гренок.
Все сразу стало понятно. Пойдем без гренок это делать. Тогда придется гораздо аккуратнее все это делать. Ну хотя броник есть уже, радость. Там броник там. И у нас броник, поэтому будем не торопиться, главное. Вот получается, я спустил, конечно, если 1001 гренка стоила, то 20 кусков спустил. У меня самого 19. Не торопимся, мы никуда не торопимся. По-моему, одно из немногих заданий, которое мы завалили. По крайней мере, в GTA 4. Да. Так, ну ладно, погнали, короче. Давай, вылазьте. Я просто трачу этот пулемет, потому что мне так проще. Ну все, понеслась. Давай, я теперь тянуться не могу. Успокойся, отдохни. Ну да. Угу. Очень вовремя у меня Моник решил пойти поспать. Дофига их там. Так. Один здесь, стопудово, я тебе говорю. ППшка. Ладно. Упс, упал. А где он? Двое-то здесь понятно. Еще один сверху. Ему просто портануло. Я так не полезу. Ясно. Да, все, выстрелил. Зря я броню взял.
Так, ладно, перезаряжаемся, берем сумочку и аккуратненько вылазим отсюда. Очень не спеша, очень аккуратно. Так, окей. Что если я выйду, пробую, ну ладно. Я просто думал, может, мне получится как-то аккуратно выйти в другую сторону. Отсюда, значит, не выйти. Отсюда тоже не выйти. Ну ладно. Эй, вот чё? Вы чё, вы так не делаете? Ну да. Это было идеально сработано. По-моему, это был не лучший подкат твоей жизни. Вась. Ну давай, вылазь. Где ты там с дробашом? Чудо. Давай, кстати, в ту сторону выбежим-то. Прям трабло сюда выбежать. Типа, понятно, что они охотятся за мной будут, но... Так же проще. А, я мог сверху зайти. Быстрее, главное до тачки добраться. Отлично, 3 звезды, но мы хотя бы успели стартануть. Уже неплохо, но на этой фигне ехать будет просто невыносимо. Вот быстрее садиться. Попали. А, все, простите, все, отлично, так мы выезжаем, это уже хорошо. Это не может меня не радовать. Хотя очень медленно, конечно. А может, вы не будете меня зажимать? Спасибо. Нам бы, конечно, на трассу съехать, там проще всего было бы смыться, мне кажется. Сейчас посмотрим. Да, именно вот только встать себе не хватало, чтобы я с этими ребятами разбирался. Да. А мы здесь как-то проедем? Аккуратненько, например, прорезаем. Где-нибудь вот тут? Ай. Прекрасно. Это гренки? А можно я проеду? Замечательно. Я просто очень хотел бы греночки взять. До свидания. Да ну...
Просто это супер медленная тачка. Сейчас по-любому они за меня поедут, да, да. Как бы нам так эффективно смыться-то? Но более эффективного метода я не вижу. Мы почти выехали из дома. Здесь, если заедем, мы смоемся. Идеально. Ну, главное, что я смылся. I lost the heat. Where are you? Cheers, Brian. I'm with some buckets in NY. Get here now, Nico. This be some strange shit. Она хоть заведется вообще? Да, он еще даже ездить может. Вау. Ну от этой тачки надо избавляться, она уже как бы почти по нулям. Если едет так, как будто все в порядке, смотри, как ты на нее, а? Дрондулета все еще едет. Так, ничего ценного у вас там нет, давай вот на это поедем. Не то, что прям хорошая машина, но... Как лучше то, чем на том, чем мы сейчас ехать собираемся. Или мы на ней же ехали. Поехали за нашим другом Джейкобом. Это там подстава, мне кажется, глобальная, да? Скорее всего, болгарин там, наверное, штусуется. И ждет нас. Потому что следил за нами. А далеко вообще нам ехать-то? Ясно. Интернет-флоп, давай, короче, мы быстренько зайдем. Там наверняка письмо от этого щеблика. Отлично. За час до ее начала. Круто, конечно, только мне что ехать надо еще до чувака вернуть ему. Пойдем, короче, возьмем этот, как его, хаммерочек. Мне кажется, гораздо проще будет жизнь на хаммере. И вообще по времени мы что-то затянули сегодня, поэтому доедем уже в следующей серии. Еще в следующей серии, получается, встретимся с этим чуваком, с мутным. Спасибо за просмотр, ставь лайки, пиши комментарии, вступай в группу Discord, ВКонтакте, Инстаграм и Телеграме. И, конечно же, подписывайся на канал и следи за продолжением. И также можешь посмотреть, что у меня на втором канале.